Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14, и сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту. Итак, открываем приложение телефон, далее выбираем контакт, которому хотим добавить фотографию. Нажимаем на значок карандашика и нажимаем «Добавить изображение». Теперь мы выбираем либо фотографии на устройстве, либо Google Фото, либо иллюстрации. Выбираем картинку, мы можем ее немножко отредактировать и нажимаем «Выбрать». Нажимаем «Сохранить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.